когда мне хочется рыдать, упасть на пол под трески хвороста, я не спешу людей зывать. Я просто утешаюсь Господом, когда мне некому пойти, и я живу отдельным островом, где непрестанно лют дожди. Тогда я утешаюсь Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне, когда я утешаюсь Господа. Когда не властен избежать нежданного кинжала острова, иду, чтоб сердце бинтовать и утешаться только Господом. Когда мне нужно уходить, накрыв родное пыльной простыню, со скрипом дверь навек закрыть, я утешаюсь только Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Он смог и все возможно мне, утешаюсь Господа. И если сладкая мечта завянет листья, сбросив пестрые, во мне не взвоет пустота, я буду утешаться Господа. Ведь мой Христос здесь на земле все испытал и был выносливым. Утешаюсь Господа. Слава Богу.